Итак, станция Керчь Южная. До сих пор не открыли. Вот тишина и покой. Вот только люди вам подкрашивают на перронах что-то. А так вообще никого нет. И вон поезд идет. Попробую снять его. Получится, нет? Вот она, эта лестница, как была, так и есть. Узенькая. Ее делали, когда строители еще работали. Сейчас по ней спустимся. Пассажирский поезд идет. Сразу сходу не могу сказать, какой. Но потом посмотрю, напишу в титрах. Вот он, пешеходный переход. Дорогие друзья, хочу обратиться к вам за помощью. У меня в машине поломался турбонагнетатель. Запчасть достаточно дорогая, ну и без нее машина практически не едет. Вернее, еще не поломалась, но вот проходил диагностику, то выдает 10% от мощности. И скоро встанет. Деталь достаточно дорогостоящая. И хотел обратиться к вам, если кто сможет, то, пожалуйста, помогите. Определенная сумма у меня есть, но вот не хватает. А надо делать быстро, чтобы быть мобильным. Сразу всем спасибо. Ну, пешеходный переход работает. Вон он идет. Да, так сделано, конечно, отлично. Когда же ее, интересно, откроют? 12 числа собираются вроде как лестницу открывать, но откроют ли станцию? Вокзал, вернее, Керчь Южная. Станция сама по себе работает. Но нет, не открыто. Вот видите, на какой путь приходят. И к платформам даже. Обычно так вот он и останавливается. Пять минут стоянка поезда, всех поездов здесь 5 минут. Ну, достаточно длинный, посмотрите состав. Такой косметический здесь. Косметические работы идут, вон где-то подкрашивают, подмазывают. Вот так вот, здание полиции. Ну, люди там уже есть, видимо, уже работает. Деревица, вот деревица. Деревца, вернее. Деревца зелененькие, значит, принялись. Мы все с вами переживали, примутся они или нет. Ну, такие дожди здесь прошли, конечно, должны приняться. Идет последнее приготовление, вот озеленение, газончик озеленяет, видите? И вот так это все выглядит. Считаем вагоны.
11 вагонов, ну не самый длинный поезд. Уральский тогда шел, когда было 18 вагонов, а в этом 11. Чуть-чуть спустимся, попробуем вниз. Да, деревца здесь вот все зелененькие, это радует. Вот идет, лифты делает, наверное. Посмотрим, как здесь и что. Ну, пока тишина. Здравствуйте, когда открытие, не скажете? 22 июня, может быть. Да. Война когда началась? Да. А вы лифт делаете, да? Да. А лифты когда? Ну, они уже готовы. Ну, все вместе будет. А, то есть, да. Это предположительно 22 июня? Ну, я не знаю, это как там комиссия, Ростехнадзор все соберутся. А так, в принципе, готовы все, не знаете? Ну, да, почти готовы. А, почти уже года три здесь, наверное, да? Да, да, с 19 года. Спасибо. Ну вот, видите, новые сведения 22 июня. Вот так здесь выглядит станция. Немножко пройдем. Вот они, эти деревья. Вот сама станция. Вот видите, все заборами окружено. Зоны разделены, чтобы на посадку через рамку шли, а не так. Вот и вокзальная площадь. Так все здесь выглядит. Вот цветочки сажаем. Ребят, цветочки сажайте. Открытие скоро, наверное, да? Говорят, да. А когда говорят, не знаете? 12 числа. Как это получится завтра? 12-го? О, да, уже скоро. А когда день города? Ну, не где города, а этот самый. На День России? Да. Понятно. Ну так вот здесь все выглядит. Видите, одни говорят 22, другой 12, но он, наверное, перепутал. Наверное, 12 все-таки. Такие здесь лавочки. Сам вокзал. Здание вокзала. Выход в город. Вот так выглядит вокзал. Ну, охрана еще здесь есть. Вот он, вокзал. Станция Керчь Южная. Такие желтые тумбы. Милаем. Ну все, для маломобильных граждан все сделано здесь. И вот, собственно говоря, сам вокзал. Вот так. Выглядит. Ребят, готово внутри? Внутри? Да. Да. Все готово. Можешь зайти? Да, конечно, заходите. Тебя выгонят? Нет. Если только фотоаппарат не заберут, не разобьют. Да, а кто может? Ну ничего, начальник где-то, блин. Но вы никому не вокзала скажете. А он уже видит по камерам. Да, сейчас два. Надо убегать. Да. Вот так, это вход. Это что здесь будет? Туалеты, да, вот два, три. Вот туалет женский, вот для инвалидов. А тут мужской, да? Он, да. Вот такой здесь вход. Ясно. Ну, главный. Нет, а там, если хотите, там есть главный вход. Там вот. Где вы проходили дальше, там есть главный, а-а-а. Там вообще бомба. Да? Это здесь так чисто, блин, так, а там вообще... А-а-а. Спасибо. А-а-а. Вот так, дверь открывается, ручки, раз. Ну, там вряд ли зайдем, ну попробуем. Центральный вход вокзала, вот так он будет выглядеть. Рамка.
зала ожидания. Все готово, в принципе, дорогие друзья. Уже и расписание есть, посмотрите. Вот так все выглядит. Расписание готово. Дежурный по вокзалу. Камеры хранения здесь. Ну, еще немножко здесь совсем осталось. Давайте вон туда зайдем еще. Билетные кассы. Так все это выглядит здесь. Ну и, собственно говоря, вот выход на платформу. Все блестит здесь. Туда не пойдем. Выходим здесь. Вот так вокзал выглядит изнутри. Это эксклюзив, дорогие друзья. Вот так, немножко удалось заснять. Ну и двигаемся обратно. Здесь вот для слабовидящих людей вот она тактильная полоска, по ней иду. И выход по пешеходному переходу 2, вот туда наверх. Но, к сожалению, еще там нет дороги. Разговаривал вот сейчас еще с каким-то парнем, должность у него, наверное, какая-то. Говорит, скорее всего, в субботу открою вокзал, то есть 12 июня. Сейчас здесь совещание одно за одним проходят. И вот такие вот здесь дела. Лифт доделывают. Так что будем ждать. На этом все, дорогие друзья. Я думаю, это видео вы первыми увидели. Железнодорожный вокзал изнутри. Достойный лайка, комментария. И спасибо всем, кто поддерживает канал. Фу, запыхался. Всего вам хорошего. И до новых встреч. Еще немножко посмотрим. Да, сейчас наверх поднимемся. Конечно, не камильфо, чуть-чуть еще. Вот здесь надо все делать. И вон туда, на Верхний Солнечный, 1,5 километра дорогу надо делать. Но сейчас сделана еще дорога. В том году сделали, отсыпали асфальтной крошкой. Ну а сейчас ей пока и пользуются. Вот такой шикарный пешеходный переход. Мы выходим и попадаем вот на такую лестницу. Ну, пока что имеем, то имеем. Я уже и так рад, что если... Уже многие ребята говорят, что в субботу откроют 12 июня. На этом все, пока.